24-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана отметили ангарчане в минувшую пятницу 15 февраля. Ветераны боевых действий, военнослужащие и родственники погибших собрались возле мемориала в 95-м квартале, чтобы почтить память бойцов, отдавших жизнь за свою родину. Стало уже традицией, доброй традицией в нашем городе проводить мероприятия по случаю вывода советских войск с территории Республики Афганистан. Сегодня именно день такой, 24-я годовщина. По традиции участники митинга возложили венок. Уволенные в запас и действующие офицеры выразили восхищение боевыми подвигами погибших бойцов и почтили их память минутой молчания.